вы не просто надели, а еще и внешне соответствовали тому выбору, который вы сделали. Подходите, берите. Аким Темиртау посетил городскую федерацию парусного спорта. Основная цель – узнать, какие проблемы имеются у яхт-клуба и вручить спортсменам парадную форму для выездов на соревнования. Ренат. Всем по размерам, да? Да, более-менее подбирали размеры. Вот моя. Так, Саша, нам эта форма нужна больше для того, чтобы мы, выезжая куда-то на соревнования, могли представлять наш клуб, наш город, даже нашу область, потому что мы выезжаем на областные соревнования, в нормальном, в красивом виде. То есть это уже торжественная форма. Существует яхт-клуб «Торнадо» с 1985 года. В единственном яхт-клубе области на сегодняшний день занимается более 30 человек. Занимаюсь данным видом спорта я с 5 лет, уже 27 год. Мне нравится вода, ветер, соревнования. Это самый дорогой вид спорта в мире. Мне нравится, поэтому приезжаю, тренируемся. Занятия в Федерации парусного спорта проводятся на бесплатной основе. Главное – желание, говорят специалисты. Юлия Исланова, Игорь Истигнеев, новости Темиртау.